Молодой ухтинец только освободился из мест лишения свободы и тут же оказался в отделе полиции, правда, в качестве потерпевшего. Заявитель рассказал стражам порядка, что его уже не раз избивали и под угрозой расправы вымогают деньги. Потерпевший указал на своих обидчиков. Вскоре их задержали сотрудники Росгвардии. Я на водителю. Давай. Стой. Подозреваемых взяли под стражу. В результате допросов правоохранители выяснили, что один из вымогателей отбывал наказание в колонии строгого режима вместе с потерпевшим и освободился на полгода раньше. Пока молодой человек досиживал свой срок, его знакомый нашел подельника и придумал преступный план. Надуманная история о якобы возникших каких-то долговых обязательств, когда один из граждан отбывал уголовное наказание в колонии вместе с потерпевшим. Но они ждали освобождения вот этого жителя Ухты, который вот в момент освобождения второй его встретил. Они выдвинулись навстречу к подозреваемым. Такие встречи с избиением и угрозами продолжались на протяжении месяца, вплоть до задержания. Теперь ухтинцу и его подельнику из Вуктыла грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей.